Сейчас я покажу, как пользоваться модификатором TurboSmooth. Я наколдовал вот такую вот очень-очень страшную непонятную фигуру. Выдавливал я благодаря процедуре экструд. Вот такое вот страшное сделал. Если, ну, как обычно, всегда для в моделировании используется низкополигональная модель, потому что она из-за того, что она низкополигональная, с ней гораздо легче работать. Потом полигоны всегда можно добавить и сделать более гладким. Но, допустим, вам уже нужно сделать гладким. Вот такой вот объект. Он у нас уже переделан в editable поле. Я выбираю модификатор Turbo Smooth. Есть просто Smooth, есть Turbo Smooth. Turbo Smooth более новый, более качественный. Вот. Получаем вот такую вот новую модель. Ее можно улучшать при помощи параметра Iterations. Сейчас по стандарту всегда стоит значение 1. То есть как минимум одно улучшение. Можно сделать больше, 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 больше. И тем самым растет количество наших полигонов. Если вы используете не сильно мощный компьютер, вы можете использовать, например, сглаживание первого уровня или второго. А уже при рендере поставить вот здесь вот галочку Render Iters, то есть Iterations. И благодаря этому параметру не будет сильно нагружаться ваш ПК, загружаться ваша оперативная память и так дальше. При сглаживании, допустим, шестого уровня, количество полигонов у нас будет 2 719 000. Допустим, нам столько не нужно, или наш компьютер столько не тянет. Мы используем второй уровень, 10 тысяч. 10 тысяч полигонов и 2 миллиона. Разница очень большая. Даже для мощных компьютеров 2 миллиона могут показаться небольшой проблемой. Вот. Но рендер — это рендер. Если его запускаешь, хочется видеть красивую картинку. Здесь можно поставить галочку и написать тоже 6. И, грубо говоря, вот эта вот модель уже сглажена 6 раз. То есть не нужно каждый раз накидывать Smooth, 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 Smooth. Один раз набрашиваете Turbo Smooth и выбираете нужные вам параметры. Можно убрать вот такую вот плотную сетку. Если у нас тут будет 4, видите, очень плотная сетка, мы ее убираем и видим только наши стандартные, так сказать, вот эти вот линии, с которых все началось.